15 июня 2023 год. Сейчас наткнулся на статью случайно британскую 300-летней давности в газете The London Gazette. Скрины, принтскрины поставлю в конце или в начале, не знаю, этого видео. И как-то прочитав эту статью, почувствовал единение прошлого с настоящим. 300-летняя статья, 300-летней давности, 1737 год. Статья описывает русско-турецкую войну, которая была 1735-1739 год. Там буквально в первом абзаце журналист, корреспондент, там, не знаю, как они тогда назывались, говорит о том, что граф Миних возвращается после боев, вернув свою там артиллерию, кавалерию, возвращается в Украину, в Бахмут. Сейчас 23-й год, июнь месяц, бои под Бахмутом идут прямо сейчас. Я сейчас под Орехово, но у меня сослуживцы 2014 года под Бахмутом воевали и воюют там сейчас Авиар. То есть 300 лет прошло. И, кстати, это еще весьма показательный случай. Яркий пример того, как человеку, блин, с проплешиной, проплешина может повредить мозг до такой степени, что он говорит о том, что Украину создал Владимир Ильич Ленин. Да, тем не менее, в британской газете, которую каждый из вас может прочитать, да, потому что британцы педантичны, я это сделал ровно так. Я просто номер этой газеты, если вы зададите в поисковике там газет «Бюллетень», за газета «Лондон» и зададите 8 октября 1737 года, вполне почитайте эту статью сами, так как это сделал я, если вы владеете английским. И там совершенно, ну, конечно, на английском, но латиницу, я думаю, любой поймет, даже не знающий языка, написано «Бахмут» и написано «Украина». Ровно в том же написании, как это пишется сейчас на английском языке, то есть через 300 лет. Уже не говорится там о Богдане Хмельницком, о том, как... У меня в Харькове Харьковский мост в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией был построен в 1956 году. То есть 300 лет уже на тот момент, на 1954 год, Украина существовала, когда Богдан Хмельницкий ее отдавал под власть России. Но ребята до сих пор почему-то, блин, видно, КГБ ему немножко мозг проело. А создал Украину, оказывается, Ленин. Зазор большой между полушариями у людей бывает. После школы КГБ. Скриншоты поставлю.